И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. ТВ-сервис «Смотрешка» — это сервис, который предоставляет живое интернет-телевидение на любое устройство. Компьютер, смарт, телевизор, мобильное устройство или ТВ-приставку. Нужен только интернет. Для доступа к более чем 300 телеканалам и 5 онлайн-кинотеатрам. И перейдя по моей ссылке, вы получите бесплатный доступ до 30 дней к пакету «Ультракино». Ссылка действует до 31 мая. Оставлена она, как обычно, в описании под видео. Успевайте воспользоваться. Всем привет, с вами снова Илья Фалкон. И сегодняшний мой поединок, который пройдет 27 мая. А я набуду между Алексеем Тищенко и Нехамалом Севамени. Сразу можно сказать здесь 70 на 30 против Тищенко. И я должен одеться по поводу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка. Кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подпишитесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Бой этот будет выставочным. И мы начинаем наш таунш-даша. И первым на рынке выходит Алексей Тищенко. Дебют на профессиональном рынке. Двухкратный олимпийский чемпион. А вот выходит и его оппонент, Нехамал Севамени. 37 боев, 27 побед, 16 из них нокаутом, 8 поражений, 1 ничья и еще один поединок плюс не состоявшийся. Нам представляют боксеров. Сейчас желательно напомним вашим правилам, и мы начнем. Okay, guys. We went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. Первый вал, погнали. Вашмен. Смахивается все в меню. Неплохо. Мимо. Точно снова Нехамал. Мимо. Махивается всего меню. Мимо. Вашмен. Точен Тищенко. Мимо. Помахивается все в меню. Неплохо. Вашмен. Точен все в меню. Неплохо действует Алексей. Вашмен. Мимо. Керлинч.
Мимо. Вмахивается все умение. Тищенко точен. Мимо. Точен Алексей. Все умение отвечает. Мимо. Неплохо здесь вот Алексей. Точно не хамал. Чает все умение, что его выживи. Вашмен. Мимо. Такой вот не хамал, Кэлинч. Мимо. Точен Тищенко. Пилан Желшон, и он все-таки же Алексей. 10-9. Тищенко впереди. Can you give to him if you're the trainer? Well, first of all, deal with the psychological part. Joe, don't forget, 75% of this game is psychological. Don't let him get discouraged, because even though he's not going to say nothing, in his head he's starting to get discouraged. Just say to him, hey, listen, you're going to catch him. Let's shorten him up a little bit. And you know what? He's moving his head, so go to the body. Because now you're going to hit him a little in the body, because the body's not moving. И у нас вау номер два. Вашмен. Кэлинч. Снова обменяешь большими ударами. Why Soten? Because it's not a common champ. You know, he reminds me, believe it or not, of Hector Camacho, the former junior lightweight champion, because he throws a trip hammer jab. You know, usually you turn that Mima. Jab over, you know, counterclockwise, but he doesn't turn it over. He just drops it down. It just drops straight down. There's no warning. Oh, boy, it's been landing. Точно, что вы меня? Мимо. Вашмен. Мимо. Снова Вашмен. Мимо. Кэлинч. Мимо. Махивается Тищенко. Мимо. Оба. Кэлинч. Мимо все умение. Попадает на Хамал. He's got the perfect platform. Мимо. Оба. Вашмен. Кэлинч. Мимо. Подается в меню. Вашмен. Мимо. Точен Тищенко. Мимо. Дальше у меня. Вашмен. Мимо. Неплохо здесь вот все у меня. Мимо. Final 10 seconds of round number two. I shake it off. И второй раунд уже не хамал.
Счет у нас равным 19-19. Посмотрим, что же будет во второй половине боя. Maybe he doesn't want to win the fight. See, you're taking for granted that... What, is he scared? He's fearful? Hey, everybody's scared. Anyone who's in that ring is scared. He's not controlling his fear. He's not taking it. And that's for people in all aspects of life, whatever they do. You have to take whatever it is that can intimidate you, and you got to put it on the side and say, okay, right now, I'm not going to let that get in the way. He's letting it get in the way. И у нас раунд номер 3. Точен Тищенко. Мимо. Мимо. Вашмен. Попадает Алексей. Мимо. Just looking to get it done on the back end here, Teddy. Yeah, he is. He's just waiting to set a trap. You know, he's trying to get his opponent to walk in where he can make a miss and bang. Махивается Шоуменю. Мимо. Дает по боку Нехамал. Мимо. Вашмен. Мимо. Помахивается Тищенко. Мимо. Попадает в меню. Тищенко отвечает. Неплохо. Точимся в меню. Мимо. Точно, не хамал. Мимо. Able to get away from that headshot with the block. Точно, все в меню. Мимо. Кедлинич. Снова попадает все в меню. Right there. I love that block by Bazooka. Кедлинич. Неплохо. Зажим все в меню. И третий раунд все в меню забивает свою копилку. 29-28. Нехамал впереди предфинальному раунду. И у нас будет тоже такой же счет, а у нас раунд номер 4. Попадает Алексей. Нехамал отвечает. Мимо. Точим все в меню. Восмен. Апелукот. Попадает Алексей.
цього вмінню точно. Мімо попадає цього вмінню. Знову мімо. Помахиваю чи ніхамал. Мимо. Тищенко точно. Неплохо. Да, это Алексей. Мимо. Точно, вот Тищенко. Мимо. Точно, что умею. Тищенко отвечает. Неплохо. И у нас пошла последняя минута поединка. Крылыныч. Мимо. Оба. Мимо. Вашмен. Мимо. Точно Тищенко. Вашмен. Мимо. Вдается в меню. Мимо. 38, 38. Ждем судейского решения. И повел до судейского решения, а одерживает Нехамал Севамени. Единый важный судья 39-37. Тищенко дальше в первый раунд. Что ж, давайте обратимся к статистике. Тищенко попал 55 ударов из 147. Всего менее 119 из 361. У Алексея 18 из 48 в голову и 37 из 99 в корпус. У его визави 31 из 126 в голову и 88 из 235 в корпус. По раунду. Первый 13-19, второй 11-31, третий 16-34 и четвертый 15-35. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!